Красный цвет дизайнеры предлагают уже не первый сезон. У красного много значений. Этой осенью он символизирует тепло и жизнерадостность. Наряду с черным и белым этот цвет относится к классическим. Тем не менее, с этим оттенком нужно быть осторожнее. В комплектах его лучше использовать для создания удачных акцентов. В этом сезоне самое актуальное сочетание красного, как ни странно, с красным. Если решитесь на такой total look в повседневной одежде, то точно не останетесь незамеченной. Конечно, есть риск перегрузить образ, поэтому стоит соблюдать несколько простых правил. В дополнение к красному можно выбрать еще 1-2 цвета, которые будут его оттенять, как, например, брюки с рисунком. Крупный цветочный принт все равно перетянет все внимание на себя. Крайне важно выбрать правильный оттенок красного. Это позволит вам оставаться в тренде, не становясь при этом жертвой моды.